Всем привет! В этом видео я вам покажу такое устройство, которое позволит вам наслаждаться звуком, при этом оно будет визуально приятно и в нем будет бесконечное количество крутых технологий. Ну, конечно, не бесконечное, но их там реально очень много. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование устройства – это Audio Pro Drumfire D1. Это стационарная колонка, которая является верхним блоком акустической системы Drumfire, а также способна обеспечивать насыщенное и мощное хай-фай звучание при использовании в качестве самостоятельной колонки. Первое, с чего стоит начать, это стильный дизайн колонки. Обивка прошита вручную искусственной кожей. Есть детали из прочного алюминия. И это позволяет на самом деле быть колонке крайне стильной и легко вписываться в интерьер любой современной квартиры. В верхней части расположены кнопки, там целая россыпь, она позволяет управлять нам всеми плейлистами сохраненными, на самом деле всем, чем только можно и все, что мы только захотим получить от данного типа решения. Есть функция мультирум, она позволяет одновременно группировать несколько колонок в стереопары, либо разделять звук между помещениями. Это тоже на самом деле будет хорошим дополнением к вашей акустической системе. Но я обещал вам технологии. На самом деле они здесь тоже есть. Например, в столовой части есть RCA подключение. Таким образом можем легко выводить звук на колонку по проводу. Есть, естественно, внешнее подключение саба, именно вот той второй дополнительной колонки, когда мы используем D1 как верхнее решение, а также Ethernet-порт для подключения к интернету. Плюс у нас здесь есть возможность подключиться по Wi-Fi, Bluetooth, а также доступны технологии как раз AirPlay, Spotify Connect и Bluetooth. Это как раз будет дополнением тем самым, которое позволит вам легко использовать музыку всегда и везде и без дополнительных заморочек. Я, честно говоря, пользовался AirPlay, очень круто работает. Приложение Audio Pro здесь тоже есть, оно мгновенно загружает все настройки, все это можно детально делать внутри, и таким образом вы еще и можете управлять музыкой через различные дополнительные сервисы. Их тут много поддерживается, вот Tidal, Spotify, Deezer, TuneIn и так далее. На самом деле их действительно там крайне много. Но самое крутое здесь это, конечно же, качество звука. Я записал звук колонки на микрофон. Понятное дело, что он не передаст и, не знаю, 1/10 качества звука, но все-таки вы всегда хотите послушать, а поэтому давайте перейдем к фактическим тестом. Элони, vamos a bailarlo, vamos a hacerlo, it's Ricky Baker on the beat, hey. Es difícil disimular lo que pasa por mi mente cuando te tengo de frente, yeah. Esas ganas de tocar ese cuerpo lentamente, divertirnos malamente con tu piel. По итогам данная аудиосистема однозначно стоит вашего пристального внимания, так как она позволяет вам получить максимум с точки зрения звука. Это действительно очень крутое звучание и, конечно же, плюс дополнительные технологии, включая AirPlay. Это вот тот самый момент, когда у вас работает все так, как и должно работать, и при этом вы еще и внешне, эстетически получаете удовольствие. Актуальную цену ищите по ссылкам в описании, а также прикрепленном комментарии. Несколько дополнительных роликов здесь, нажимаем на один из них, увидимся уже через несколько секунд. Большой палец вверх, подписка, все ставим.